Начнем мы, теперь, в общем, дальше фильма будем довольно долго продолжать рассмотрение кинетического уравнения Больцмана, определяющего одночастичную функцию распределения. Для отдельных частиц, вообще говоря, в общем неравновесном случае, поэтому вот здесь вот температура зависимости. На статфизике мы почти все время рассматриваем случай, когда у нас нет зависимости от температуры, то есть равновесный случай. Ну а здесь мы будем по большей части интересоваться вот этой температурной, временной зависимостью, зависимости от времени. Значит, ну и давайте просто легкое отступление, что такое одночастичная функция распределения. Вот, значит, уже в статфизике мы с вами договорились, что основной характеристикой, ну и пока мы будем рассматривать классические системы, потом на квантовые перейдем чуть попозже, вот в классическом случае основной величиной, определяющей всю статистику, является m-частичная функция распределения. F1.
Тогда совершенно очевидно, что она будет нормирована. Определяется суммой слагаемых, а каждая слагаемая зависит от
динамических переменных лишь одной частицы. Вот, а теперь давайте определим среднюю плотность, такую среднюю статистическую. Равняется интеграл t. Еще что у нас вынесется? Вынесется множитель поделить на объем. Потому что вот мы здесь с множителем v записали. Да? А здесь у нас без v. Да, одночастичная функция распределения. Поэтому поделить на объем. Поделить на объем. Значит, а все те интегралы, которые будут, останутся интегралами. Останется, ну, значит, все остальное интегрировано по всем переменам, кроме литой частицы. У нас возникнет одночастичная функция распределения f1, вообще говоря, пока. Вот. Значит, а интегралы по координатам литой частицы снимутся, и вместо r итого у нас возникнет буквочка r. Ну а по p и t у нас останется интеграл. Ну, зачем нам писать буквочку p и t? Мы проведем переобозначение под интегрирование и заменим как бы на интеграл по импульсу p. Поэтому ответ будет интеграл tp, трехмерный интеграл, f1. Здесь вообще бы должно было стоять. Интеграл dp и t, но все интегралы будут одинаковы, переменное интегрирование на t. Значит, здесь уже будет стоять по координатам не r и t, а вообще говоря, вот та r, которую мы с вами интересуемся. Интегрирование. И по нему интегрирование уже не будет по t. Все. Больше ничего не будет. А теперь ясно, зачем мы ввели объемный множитель вот сюда. Вот видите. И сама одночастичная функция в термодинамическом пределе конечна. И все результаты для физических величин в термодинамическом пределе конечны. Потому что вот эта величина конечна. Ну и наконец, если мы на первый день перейдем к интересующей нас буквочке F, так вот определенно, то наконец и R на V пропадет. R.
давайте еще пример физических величин, которые могут возникнуть в физике, от которых брать среднюю, и операторы для них. Вот, давайте, допустим, оператор плотности потока частиц. Вот так. Скорость этой частицы, ну, вообще говоря, он такую берет функцию. Оператор плотности потока частиц. Сумма ходи. Это скорость этой частицы. Но дельта функцию от R минус R. Можете взять, как мы только что проделали, среднее от этого дела. Вот. Вы получите, естественно, некоторый интеграл по трехмерному импульсу. Вот. Здесь будет стоять поделить на M. Будет стоять dp, p и одночастичная функция распределения. Вот, давайте еще что. Ну, допустим, вы интересуетесь плотностью кинетической энергии в каждой точке пространства. Ну, без проблем составить соответствующий оператор, от которого надо брать среднюю пятницу на поедет. И Т квадрате поделить на 2 грамма. Ведь Т функция от грамма минус Т. Снова берете среднюю по рецепту. Опять у вас все сводится к одночастичной функции распределения. То есть для большинства физических величин, вот таких одночастичных, нам достаточно знать одночастичную функцию распределения. Эта функция гораздо проще n-частичной. И знание ее позволяет нам определять, ну, большинство физических величин. Конечно, есть двухчастичные физические величины. Вот, допустим, если у вас есть парное потенциальное взаимодействие между частицами, то тогда, к сожалению, к одночастичной функции распределения все не сведется. Сведется к двухчастичной функции распределения, вообще говоря. Чуть-чуть на будущее. Вот здесь бы стоял v в квадрате, а здесь бы стоял интеграл по всему фазовому пространству, кроме координат импульса двух частиц. И там бы все свелось к интегрированию с такой двухчастичной функцией распределения. Но пока это для нас не важно, она чуть позже у нас возникнет, поэтому не буду на этом заострять внимание. Вот. И, наконец, последнее. Достаточно часто в кинетической теории интересуются функции распределения не по импульсу и координате для одной частицы, а по скорости и координате для одной частицы. Ну, нет проблем перейти. Вот, в общем, вы без проблем должны понимать, как это сделать. Вот, по той простой причине, ну, давайте перейдем. Вот. Значит, для чего функция распределения нужна? Для того, чтобы считать всевозможные средние. Вот, вот, давайте как-нибудь среднее здесь запишем. Интеграл от dp, dr, dr, функция распределения от dr. Время, что-то стоит в этом интеграле. Давайте перейдем к переменным скорость и импульс. Без проблем. Интеграл d на m в кубе, потому что интеграл dp это dpx, dy, dpz, а интеграл dv это dvx, dy, dvz, и m в кубе. Функция распределения от R, V, R, T. Равняется R в кубе.
Отсюда ясно. Отсюда ясно следующее. Сейчас я запишу, что F с тильдочкой. Дальше мы достаточно часто тильдочку не будем писать. Ну, на M в кубе они между собой различаются. Значит, на самом деле, в дальнейшем мы еще увидим, что на самом деле в уравнениях, которые мы будем писать, завсегда в самих уравнениях можно смело перейти, писать функции распределения по скоростям, или функции распределения по индексам. Сами уравнения будут инвариантны относительно такого перехода. Это уж просто... Сейчас я, наверное, начну писать функции распределения по скоростям. Вы меня не спрашивали, а почему. И буду периодически переходить от одного представления к другому. Вот давайте теперь займемся, наконец, кинетическим уравнением Бозе. Предыдущие имеют в виду. На самом деле сейчас мы постараемся написать замкнутое уравнение на одночастичную функцию распределения. Вот на f, но только вот на такую. F по скоростям, координатам и времени. На самом деле, вот это вот уравнение как бы является основным уравнением физической кинетики газа. Значит, чуть-чуть попозже мы с вами рассмотрим аналогичное уравнение в квантовом случае, где они по-прежнему называются, ну, просто по историческим причинам, кинетическими уравнениями Больцмана, если газы достаточно разрежены. Вот. Ну и давайте займемся. Если бы столкновением атомов можно было вообще пренебречь, газ был бы полностью идеален, то тогда, вообще говоря, каждую частицу газа можно было бы рассматривать просто как совершенно замкнутую подсистему. Ну, ни с чем каждая частица не взаимодействует, это замкнутая подсистема, не обменивающаяся ни с чем. Ни энергии, ни импульсами, вообще нет столкновений у нас между частицами в газе. Вот. Что бы у нас тогда было? Тогда для этой замкнутой системы у нас как бы функция распределения, N-частичная, это и есть N-частичная функция распределения. Правда, да? Ну, просто система из одной частички, замкнутая. Вот. И вообще говоря, у нас бы выполнялась теорема Люквилля просто для фазового пространства одной частички, и, соответственно, функция распределения тоже бы удовлетворяла уравнению Люквилля вот для такой замкнутой системы. А теорема Люквилля гласит, что в процессе механического движения функция распределения полная, произвольная, по ней равна нулю, и значит функция распределения не меняется. А именно, так, если нет столкновения, то да, ОДД. Обращаю ваше внимание, что полное произвольное здесь стоит. У нас это независимо. Давайте дальше записать. Равняется нулю. Полное производное здесь стоит, имеется в виду, что у нас от времени явная зависимость. И вообще говоря, R и P тоже от времени зависят. P зависит от P.
Но зависит он так, что подчиняется уравнению движения, то есть уравнению Гамильтона. А именно R с точечкой пригодная по времени равняется А. А P с точечкой от Бога задний импульс, она все с таким импульсом прилетит. Значит, импульс по времени, от времени не зависит в этом случае, если частицы не сталкиваются. Значит, совершенно очевидно, что у нас от времени будет зависеть только R. Ну и еще есть явная зависимость от времени. Поэтому полная производная будет выглядеть следующим образом. Вот что у нас было бы, если частицы
не сталкивались. Вот это было бы просто уравнение на движение функции распределения, если нет вообще никаких столкновений для частиц. Почему эти уравнения были бы замкнуты? Все нормально. Нормально бы решались, находили бы одночастичную функцию распределения. Ну как-то совсем уж идеальный случай. Вот совершенно очевидно, что нам надо учитывать как-то столкновение. Значит, мы ничего разумного вообще не получим. Значит, как надо учесть столкновение? Рецепт простой. На самом деле, вот кинетическое уравнение, оно из себя представляет вот такую штуку. Равняется не нулю, потому что дальше мы будем называть интегралы столкновения. Когда есть столкновение. Где наша задача в этом? Сосчитать интеграл столкновения в том или ином приближении. Ну тогда, вот в этом случае, это будет просто означать. Если у вас есть, конечно, вот туда вот здесь будет смена. Еще буквочки и участки. На самом деле последствием, ну, вот, взаимодействия частиц, последствием столкновения является появление в правой части кинетического уравнения интеграла столкновения. И наша задача в том или ином виде будет его получить как функционал, опять-таки, от одночастичной функции распределения. То есть вообще по определению кинетическим уравнением называется замкнутое уравнение, написано для одночастичной функции распределения. Любое уравнение, которое вы смогли получить для замкнутой, для одночастичной функции распределения, принято называть кинетическим уравнением. Ну давайте прежде чем там в более конкретном виде писать, давайте рассмотрим качественный вот. Что такое интеграл столкновения? Ну и качественно, как его можно записать в виде, который позволяет, вообще говоря, качественно проанализировать неравновесное состояние. Вот, значит, достаточно часто, особенно экспериментаторы любят использовать так называемое приближение времени релаксации. Ну вот смотрите. Интеграл столкновения, на самом деле, это у нас некоторая величина, по сути дела, описывающая скорость изменения функции распределения. Там, так, про себя запомним. И попробуем как-нибудь придумать такой вид интеграла столкновения, чтобы возникло характерное время, за которое у нас система приходит в состояние равновесия. Как в таком случае записать, ну, грубо говоря, скорость изменения функции распределения? Ну, очень просто, как бы ее записать. Равняется. Как совсем в утрированном виде скорость изменения функции распределения записать? Ну, вот. Время релаксации – это время, за которое система обычно приходит в состояние равновесия. Ну, FF деленное на время релаксации. Минус. F нулевое. F нулевое равновесная функция распределения. А мы это с вами знаем. Так, поделить на время релаксации. Все. Вот. Значит, почему минус F нулевое, понятно. Просто результатом эволюции должна стать равновесная функция распределения. Почему поделить на тау тоже понятно. Почему знак минус тоже понятно, потому что нам необходимо задать, чтобы у нас именно равновесная функция распределения изменилась. То есть функция распределения как бы не должна не уходить от равновесной, а должна к ней стремиться. Все. Значит, вот. На самом деле, почти все качественно можно так рассмотреть, если вы можете ввести для какого-нибудь процесса время релаксации.
принципе, вы довольно разумные ответы получите. И для большинства экспериментаторов, в общем, не особо много больше-то и нужно. Ну, а наша задача более последовательный подход немножечко развить. Поэтому давайте чуть-чуть более последовательный вывод интегральных столкновений сделаем. Вообще говоря, более последовательный вывод – это вывод интеграла столкновений из цепочки Боголюбова для n частичных, для, так сказать, n конечно-частичных функций распределения. На самом деле в этом случае можно получить не только уравнение Больцмана, но и некоторые поправки к нему. Вот. Чуть-чуть попозже мы это с вами сделаем даже, а пока мы приведем вывод, который, ну фактически так, как уравнение Больцмана выводил сам Больцман. Вот. Еще раз отмечу, что Больцман в последней четверти 19 века написал уравнение, лет 20 его поливали со страшной силой, несмотря на то, что оно давало абсолютно верное количественный ответ. Поливали его по одной простой причине, что как только записываешь уравнение для одночастичной функции распределения, оно является необратимым по времени. Это противоречит изначальному уравнению механики. Вот именно за это его и поливали. Вот, ну, мы уже с вами немножко на статфизике поговорили, что вообще говоря, вот, чисто статистический закон из уравнения Гамильтона получить нельзя. Нельзя получить возрастание энтропии из уравнения Гамильтона. Вот, то есть на самом деле, несмотря на то, что все строится на уравнениях Гамильтоновых, но с подавляющей вероятностью у вас ситуация будет необратимая относительно вращения времени. Именно это и отражает уравнение Больцмана. И мы даже сегодня к концу поймем то место, где мы вносим нарушение относительно обращения времени. Вот. Поэтому давайте такой несколько эмпирический подход к выводу интеграла столкновения. Получение интеграла столкновения. Итак, будем с вами рассматривать частички с массой L. И пусть они взаимодействуют между собой за счет парного отталкиваемого взаимодействия. Так, частички все у нас с массой L взаимодействуют между собой отталкиваемым парным взаимодействием. Давайте U от R. Значит, ну и наша задача теперь записать некоторые ограничения, которыми мы сейчас сразу же будем пользоваться. Вот давайте ограничения сейчас на этой стороне запишем. Ну, во-первых, мы будем с вами рассматривать достаточно разреженный газ. Так, первое. Газ достаточно разреженный. Вот. Ну а формульно это так можно сформулировать. Вот если у вас есть радиус столкновения частиц. Ну, то есть более-менее расстояние, на котором действует потенциал. То тогда у вас этот радиус столкновения должен быть много меньше, чем среднее расстояние между частицами. А среднее расстояние между частицами мы уже говорили достаточно. Вот это газ достаточно разреженный. Вот когда у вас, грубо говоря,
Вот смотрите, что происходит. Вот частица у нас сталкивается с другой частицей, а после этого долго-долго летит, вообще ни с чем не сталкивается. Ну, большое расстояние прилетает. Они все равно все летят более-менее со средней молекулярной скоростью. Да? Вот. А потом снова процесс столкновения происходит. В этом смысле можно сказать, что у вас частичка мгновенно в некоторый момент меняет фазовое состояние, уходит из некоторой точки фазового пространства. Вот. А после этого движется по траектории в соответствии с тем, что функция распределения на частичном не меняется. Да? Вот. То есть рывками происходит изменение траектории в фазовом пространстве. А потом снова движение как будто бы практически свободное. Второе. Будем рассматривать только парное столкновение. Только парное столкновение. Ну, в принципе, не удивительно, если мы газ рассматриваем достаточно разреженный, да? Вот радиус столкновения частичек много меньше, чем среднее расстояние между частичками, то просто тройное столкновение, то уж очень маловероятный процесс. Вот. Ну и наконец, скажу, что третье, а просто давайте сейчас будем рассматривать. Вот. Ну, во-первых, вот так вот, давайте третье. Сейчас мы пока будем рассматривать случай, когда у нас нет внешних сил. Без проблем, потом вообще на этот случай. Дальше будет видно как. Ну, во-вторых, ясно, что в принципе интеграл столкновений с очевидностью состоит из двух частей. Он состоит из убыли функции распределения за счет того, что у вас часть частиц уходит из элемента фазового объема, интересующего нас за счет столкновений. Вот. А вторая часть интеграла столкновений — это прибыли функции распределения за счет того, что у вас некоторая часть частиц за счет столкновений приходит в интересующий вас элемент фазового объема. Вот поэтому в общем случае кинетического момента, когда нет внешней силы, то у вас выглядит плюс скорость на ТР, это мы с вами уже записывали в отсутствие внешней силы. А интеграл столкновений – это есть прибыль функции распределения за счет столкновения. Какая-то часть частиц у вас попадет в данный элемент фазового пространства. Минус убыль функции распределения. За счет столкновения у вас какая-то часть частиц уйдет из данного элемента фазового объема. Ну и, грубо говоря, наша задача сейчас сначала убыль функции распределения, а потом уж мы, наверное, сможем прибыль функции распределения сосчитать из законов обратимости времени. А вот первое слагаемое, какой смысл еще раз? Можно? Вот это сигма или 6, что-то? Это не 6, это же. Какой смысл еще раз? Вот. Ну вот смотрите, вот вы рассматриваете, вот с очевидностью, вы взяли точку фазового пространства V. Ну, конечно, некоторые окрестности. Вот как бы оба функции распределения за счет столкновения у вас какое-то количество частиц ушло из данной точки фазового пространства. А прибыль функции распределения у вас за счет столкновения какое-то количество частиц за счет столкновения в других точках фазового пространства пришло в эту точку. Вот сейчас мы с вами сосчитаем, сколько у нас частиц уйдет из данной точки фазового пространства. Потом за счет обратимости времени мы легко сможем сосчитать, какое количество частиц у нас придет в данную точку фазового пространства. В среднем вроде как вот. Не должно меняться. Нет, вот в том-то и дело, что будет меняться. Вот в равновесии действительно получится ноль. А в неравновесном состоянии нуля не получится. Так. Ну и
еще, с учетом того, что у нас есть вот такое вот неравенство, да, достаточно разряжено, ага. Давайте интересоваться слабым моментом, промежутком времени, ДТТ вот таким. Много меньше времени релаксации, много больше времени столкновения. Ну, в принципе, понятно, что за характерные времена. Время столкновения – это среднемолекулярная скорость, умножить, как бы, среднемолекулярная скорость. То есть это время, за которое в среднем частичка пробегает расстояние радиуса столкновения. А время релаксации – это среднее время между столкновениями частиц, то есть среднее время, за которое частичка пробегает среднее расстояние между частицами. Совершенно очевидно, что так как у нас есть вот такое вот неравенство, то мы всегда можем такой промежуток времени посмотреть. Да? Потому что вот этого намного больше. То есть время релаксации намного больше времени столкновения. Вот давайте такой промежуток времени и рассмотрим. На перерыв пойдем. Ну, 5 минут, может, если. Дальше. Возьмем некоторую выбранную частичку, столкновением с которой мы интересуемся, вот, имеющую интересующую нас скорость V и расположенную в точке N, так, в интересующий нас момент времени T. Значит, и давайте лабораторную систему координат посадим на местоположение этой частички. Значит, и наша задача сосчитать количество налетающих частичек, помножить на количество частичек, которые с некоторой точностью расположены в этой точке фазового пространства. Тогда мы просто сосчитаем число столкновений, и то есть число частичек, которые уйдут из данного элемента фазового пространства за счет столкновения. Вот давайте рисуем процесс столкновения двух частичек. Вот одна сидит вот в этой точке фазового пространства. Радиус столкновения я обозначил вот этим кружочком. Вот. Радиус столкновения в координатном пространстве. Прочертил ось X, совпадающую с относительной скоростью двух частиц по направлению. Давайте вот смотрите, вот у этой частички скорость v, вот у этой частички скорость v1, их относительная скорость u равняется v1 минус v, да? Ну, туда направлено, чтобы было столкновение, поэтому вам дальше будет в основном воду интересовать. V1 минус V. Ну а по направлению туда направлено. Да? Давайте введем по определению вот такую вот вещь. Вот это вот прицельный параметр Φ. На самом деле это минимальное расстояние между частичками, сталкивающимся, если бы не было потенциала взаимодействия, ну, если бы они не взаимодействовали никак. Если бы они не взаимодействовали, то вот эта частичка вот так летела, да, и минимальное расстояние вот это. Ну, это то же самое вот это. Да. Называется это прицельный параметр. Такая характеристика. Вот. Ну и наша задача, грубо говоря, сосчитать, вот, какое количество частичек налетит на интересующую нас частичку, вот здесь вот расположенную, за время ΔT. Вот. Причем время ΔT, как бы, у нас выбрано так, что ΔT у нас намного меньше времени релаксации. С другой стороны, оно намного больше времени столкновения, поэтому вот изначально частичка далеко от области столкновения находилась. Давайте вот здесь вот нехорошо написал P. Здесь вот
Ясно, что нам надо найти какое-то количество частичек в элементе прицельных параметров от B до B плюс DB. Поэтому вот я еще нарисовал второй кружочек. Это набор частичек, которые, ну, говоря, вот удовлетворяют условиям на прицельные параметры, что B принадлежит B плюс ZB. Области есть. Вообще. А вот это вот расстояние, то есть весь набор частичек, который у нас за время дельта-теста уклонился, совершенно очевидно, какой набор у нас за время ДТТ частичек столкнется с интересующей нас частички, которую мы посадили в начало координат. За время ДТТ все частички с таким прицельным параметром удовлетворяющим, с относительной скоростью U. Значит, все частички, находящиеся вот в такой вот цилиндрической области и расположенной на расстоянии U дельта T от конкретной точки пространства R, все они налетят на эту частицу, на интересующую нас, расположенную в начале координат. Ну вот, казалось бы, все заготовлено. Так, теперь вы можете сказать. Однако у нас время не изменяется, вообще говоря, за это время сама функция распределения может измениться. Но у нас вот есть условие, что газ достаточно разрядный. И есть условие, что промежуток времени ΔT такой, что время много меньше времени релаксации. Функция распределения у нас, явная ее зависимость от времени, от явной зависимости от времени функция распределения изменяется только на временах порядка времени релаксации. Если у вас дельта Т будет много меньше времени релаксации, то за счет явной зависимости от времени функция распределения у вас практически не изменится. Смысл простой. Здесь надо написать четвертое. Итак, функция распределения. Так как дельта Т много меньше времени релаксации, она практически не будет отличаться от функции распределения. Потому что явная зависимость от времени существенна только на временах больше или порядка времени релаксации. А так, в общем-то, и на самом деле можно пренебречь. И, наконец, давайте еще считать газ не очень сильно неоднородным. То есть неоднородности у него такие, что на временах, что за, ну, грубо говоря, на длине свободного пробега особенно функция распределения особенно сильно не изменяется. А длина свободного пробега – это время релаксации умножить на среднюю молекулярную скорость. То есть смысл простой. Не сильно неоднородный газ, неоднородность слаба. Это просто означает, что плюс вот здесь среднюю молекулярную скорость, давайте вот я обозначу вот так вот, V умножить на дельта Т. V средняя, это не вот эта вот скорость, это вот средняя молекулярная скорость, поэтому над ней черточка стоит, которая в одной векторе. Приближенно равняется R. То есть смысл простой. Координатная зависимость функции распределения тоже за время ΔT
сильно, чтобы заметно изменилась функция распределения. В этом смысле функция распределения, что вот для вот этих частичек? Что, когда они прилетели сюда, она практически не изменяется. Все. Ну а теперь считаем количество частичек, которые у нас налетят на нашу частичку в начале координат. Да без проблем сосчитать. Вот смотрите. Мы должны как бы взять частички в элементе фазового пространства скоростей dv1. Проинтегрировать по dv1. Мы должны взять все частички, сосчитать, вот, которые попадают вот в такой вот, вот, такой вот цилиндр. А именно 2πb умножить на db. 2π на db. Это будет площадь вот этой цилиндрической области. Правильно, да? Умножить на относительную скорость на u, которая есть по модулю v1 минус v. И вообще говоря, умножить на dθt. Ну и вообще говоря, если вы проинтегрируете по всем значениям b, и проинтегрируете по всем значениям v1, то вы, естественно, получите вот количество частиц, налетевших вот на эту частичку, расположенную в точке v, расположенную в точке rv. Да, фазовая пространство. Все. Вот. А теперь нам общее количество столкновений надо учесть. Нам еще надо учесть, что у нас частичка-то должна вот в этой точке, в этой, должна быть частичка. И столкнутся все частицы, которые, грубо говоря, вот, которые в этой точке оказались. Значит, нам надо найти полное число столкновений. Здесь тоже у нас может не одна частица оказаться, а много. Да? Вот. Значит, с очевидностью общее число столкновений мы должны получить, умножив вот эту вот величину, еще на количество частиц, расположенных в элементе скоростей dv и в точке пространства r. То есть, для того, чтобы сосчитать полное число столкновений, мы должны что еще сделать? Домножить на функцию распределения вот, частички, которая у нас там в начале координат находилась, вот, то есть f от так. Вот. О чем вы мне говорите, что вот здесь не хватало функции распределения b плюс dtv. Вот уже в количестве налетающих частиц нам надо было на функцию распределения, конечно, домножить какую? От, как бы, от v1 rt. Правильно? Ну, как бы, вот эта плотность частиц в элементе фазового пространства, да, функция f. Если вы ее интегрируете по фазовому пространству, то получается, естественно, просто число частиц. То есть для, вот это вот число частиц, всех частиц налетающих. Да? А теперь мы должны сосчитать число частиц, на которые могут налетать. Тогда мы получим число столкновений. Да? Умножим на число частиц, на которые могут налетать. Ага. Значит, совершенно очевидно, это будет r от r. V, T, и элемент скорости.
скорость, на нашу скорость, понимаете? Интегрируя по всем скоростям. Так? Все вроде бы. Давайте смотреть, что это мы с вами получили. Мы с вами получили общее количество столкновений. Вот. Значит, вот в точке R и в точке по скоростям, когда вот как бы частицы, имеющие скорость V, уйдут из этой области фазового пространства. С другой стороны, все эти частички, которые мы с вами получили, вот, все они уйдут из области фазового пространства со скоростью V за время ДПТ. Ну, то есть за счет процессов столкновения все эти частички уйдут со своей фазовой траектории. Это просто означает, что с другой стороны, вот это вот определяет убыль функции распределения. Ну или с другой стороны, это есть убыль нашей функции распределения. А убыль — это скорость, с которой, ну, грубо говоря, насколько изменилась функция распределения за счет ухода частичек со своей траектории. Вот, значит, как сосчитать общее количество столкновений, если наоборот, вы знаете, убыль функции распределения? Да нам надо умножить убыль функции распределения, проинтегрировать, ну как бы не проинтегрировать, умножить на дифференциал с какой точностью вы знаете скорость V на dV, и умножить на время, за которое вы интересуетесь, ну, насколько у вас функция распределения изменилась за счет ухода частиц со своих траекторий. Вот это есть просто определение, что такое убыль функции распределения. Все. Ну, на самом деле, как бы, вот теперь мы можем начать часть дифференциалов сократить. А именно, мы можем dv здесь убрать, мы можем δt здесь убрать и δt здесь убрать. И тогда мы просто определим убыль функции распределения. Все. L мы с вами определили, по сути дела. А вот теперь надо определить, наоборот, прибыль функции распределения. Здесь уже вот так просто не нарисуешь. Однако можем воспользоваться обратимостью времени, а именно воспользоваться тем, что вот смотрите, если у вас в процессе столкновения вот сталкивались у вас частицы со скоростями V1 и V, получились в результате столкновения частицы со скоростями V' и скоростью V1. На этой картинке V' не нарисуешь, а вот V1' можно нарисовать. Частичка у вас ушла, на самом деле, конечно. Конечно, как мы рисуем в лабораторной системе координат, не так нам направлено, да? не по этому направлению. В общем, понятно. То есть у вас были начальные скорости частиц V и V1, а получились конечные скорости частиц V1' и V'. А теперь давайте обратим время. Если мы время обратим, то тогда ситуация будет простая. Если у вас частицы имели скорость V' и V1', то они у вас рассеются и превратятся в частицы со скоростями V и V1. Да? То есть без проблем прямо вот здесь, прямо на доске, получить прибыль функции распределения. Что надо сделать? Да очень просто надо сделать. Вот в правой части все абсолютно то же самое, только вот L надо поменять на G. Просто есть определение, как бы, что такое прибыль функции распределения за время ΔT. То есть вы интересуетесь, ну, сколько у вас частиц за счет рассеяния прибыло
в, как бы, в элемент скоростей dv вокруг скорости v за время dt, то есть это умножить на время dt, так как это скорость. Теперь вот с этой с левой части надо поработать, надо обращение времени сделать. То есть у нас придут в элемент фазового пространства все частички, как бы те, у которых вот здесь вот не штрихованная величина, поменена на штрихованную. Вот именно эти частички придут в элемент фазового пространства V. А именно вот здесь нам надо поставить штрих. 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 И вот здесь вот нам надо поставить штрих. И дельта-тета у нас сократится, а dv пока не сокращается. Сейчас мы сделаем, чтобы сократилось. Так, и давайте немножечко поработаем. Так. А именно давайте учтем, что у нас столкновения были упруги. А если столкновения упруги, то есть в процессе столкновения энергия не изменяется, частичка кинетическая, вот, то тогда у нас будет вот так. У равняется новой В минус В равняется для упругого столкновения, когда у вас безусловно v в квадрате плюс v в квадрате равняется v штрих в квадрате плюс v один штрих в квадрате. Закон сохранения кинетической энергии при упругих столкновениях. Ну и конечно выполняется закон сохранения импульса, который всегда выполняется. В плюс В1 равняется В плюс В плюс В. Относительная скорость не изменяется в этом случае. То столкновение после столкновения. Это первое. Поэтому первое, что я сделаю, я стираю штрих-шов. Второе. У нас действует теорема Неувиля, которая гласит, что объем фазового пространства в процессе механического движения не изменяется. По сути дела, это просто означает, что из теоремы Неувиля следует, что dv1 после того, как я лишние штришки стер, тогда все нормально. Вот это вот сократилось, вот это вот сократилось, вот это вот сократилось. И прибыль функции распределения мы нашли, вот, исходя из выполнения обращения времени. Ну и теперь окончательный результат, вот, для уравнения больше. Две микрона столкновения. Вот здесь и будет. Т плюс.
скорости v. Правая часть – то, что у нас получилось для интеграла столкновения, которого у нас был уже минус p. Выписываем интеграл. Интеграл dB. Относительная скорость. А v в угле функции распределения у нас фигурировали функции распределения не со штрихованными скоростями. Вот давайте это дело и выпишем. Вот f v штрих дальше вот у нас будет очень часто получаться эта фигурная скобочка, чтобы особо не мучиться, не писать, от чего функция f зависит. Дальше я весьма часто буду писать так, вот эту фигурную скобочку. Подразумеваю, безусловно, вот такое соотношение для скоростей. Значит, на самом деле мы получили замкнутое уравнение для функции распределения. Нелинейное, громоздкое, вот, но замкнутое. Вы можете сказать, а как это так? Вот что здесь такое происходит? Интеграл у вас только по dv1 стоит. Ну, скорость v, понятное дело, остается, потому что в правой стороне есть зависимость от скорости v. Ну, то есть f здесь зависит от v, t. Это надо было написать. Вот, а по штрихам-то что вообще, что это такое, да, скорость? Ну, дело в том, что если вы знаете потенциал взаимодействия, вообще, если вы знаете начальные скорости v и v1, то из конкретного закона столкновения, из потенциала взаимодействия, вы завсегда можете найти конечные скорости v' и v1'. То есть, на самом деле, штрихованная скорость просто находится из конкретного закона столкновения. Для этого надо знать потенциал взаимодействия частиц. Вот, по сути дела, есть классическое уравнение Больцмана, ну и уравнение Больцмана классика. На самом деле, если есть у вас внешние силы, то никакого изменения в правой части, никакого изменения интеграла столкновения в этом смысле не произойдет. А здесь просто появится дополнительное слагаемое, где будет фигурировать внешняя сила умножить на df по v. Вообще говоря, так у нас получилось. Значит, все. Теперь давайте с учетом того, что не всегда удобно по прицельному параметру интегрировать. Значит,
для того, чтобы интегрировать по прицельному параметру и находить, зная прицельный параметр, значит, из конкретного закона столкновения штрихованная скорость и скорости после рассеяния, нам вообще-то необходимо знать, ну, просто потенциал взаимодействия частиц. Достаточно часто вы потенциал взаимодействия можете только косвенно воспроизвести из дифференциального сечения рассеяния. Поэтому давайте перепишем немножечко вот, значит, соответствующее уравнение через дифференциальное сечение рассеяния. Дифференциальное сечение рассеяния. Что это такое? И немножечко в другом виде перепишем. Уравнение Бозима. Частично. Кое-что уже на доске нарисовано. Налетающий на стационарную мишень. Это стационарная. Частичку поместили, гвоздем ее туда прибили, мишень взяли. И смотрите, как рассеивается у вас стационарный поток, как бы интенсивность UI на этой частичке. Итак, частичка с прицельным параметром B у вас рассеялась на угол θ. Частичка с прицельным параметром B плюс DB у вас рассеялась на чуть-чуть меньше угла. Отталкивательное взаимодействие. Ну, грубо говоря, рассеялась на угол θ плюс dt. dt отрицательно. Ну, понятно. Вот давайте сосчитаем количество частичек из общих соображений. Количество частиц, рассеявшихся в элемент телесного угла. А элемент телесного угла, вот здесь вот дело закрутили. Значит, в результате количество частичек, рассеявшихся в элемент телесного угла, оно совершенно очевидно пропорционально интенсивности частиц налетающих, да, пропорционально элементу телесного угла. Формулы большое, формулы большое, это есть не что иное, как дифференциальным сечением рассеяния называют сигма от этого умножить на элемент телесного угла. Очень по-разному. В разных местах исходит. Ну, коэффициент пропорциональности называется. Как по-другому еще сосчитать? Вот как бы через прицельный параметр то же самое количество частиц, рассеявшихся в элемент телесного угла. Thank you.
где, ну, грубо говоря, прицел был параметром B, соответственно, тут был T. Ну или, или, грубо говоря, величина B от T. Ну или T от B, как хотите. Это уж на ваше усмотрение. Определяет следующее соотношение, что у вас сигма от F на тяжестную углу вот это дифференциальное уравнение у вас определяет зависимость B от T. Если вы знаете дифференциальное сечение оси, правда? Ну или сигма, даже более подробно распишем, сигма от тета равняется b от тета на синус тета, как я просто на синус тета. Ты расписал, что такое телесный модуль. На модуль, вообще говоря, b от тета. Почему модуль записал? Да просто потому, что у нас на самом деле как бы тета уменьшается с увеличением b. Значит, знаете дифференциальное сечение рассеяния, знаете b от тета. Знаете b от тета, знаете дифференциальное сечение рассеяния. Но просто экспериментально, естественно, меряем дифференциальное сечение рассеяния. Вот как бы. А закон потенциального взаимодействия, он неизвестен чаще всего, ну, за исключением, когда это совсем простой кулон, он обычно экранируется. Вот, поэтому не знаете закон взаимодействия. А вот дифференциальное сечение рассеяния из эксперимента меряем. Поэтому, на самом деле, как бы, вот тогда у вас здесь вместо 2π b d b можете записать вот так. Что достаточно часто и делают. D телесный угол, а здесь дифференциальное сечение оси. Вот это вот другой вид уравнения Больцмана. Ну и наконец, раз уж мы про дифференциальное сечение рассеяния заговорили, на самом деле, если вы знаете конкретный вид потенциального взаимодействия, то вообще говоря, вы можете сосчитать дифференциальное сечение рассеяния. Правда, достаточно редко получается, что вы его получите в аналитическом виде. Собственно говоря, такой хороший, короткий аналитический вид вообще получается только в одном случае, а именно модель твердых шаров для столкновения. Вот в модели твердых шаров для столкновения прекрасно получается дифференциальное сечение рассеяния. Вот так. Твердые шары, взаимодействие ОК равняется бесконечности при R меньше A и 0 при R больше A. И R, конечно, здесь не просто мод, имеется в виду расстояние модуля, расстояние между частичками. Ну тогда дифференциальное сечение рассеяния вообще от этого не зависит и есть просто а в квадрате на 4. Ну еще иногда вводят интегральное сечение рассеяния. Это дифференциальное сечение рассеяния, проинтегрированное по всему телесному углу возможно. Значит, записывать не буду, сами распишите. То есть интеграл по dθ от 0 до 2π. От
дифференциальную сетевую сеть. Так. Ну и наконец еще насчет уравнения Больцмана и уравнения и выражения для интеграла столкновения в случае, когда у вас, вот мы сейчас рассмотрели классический результат. Вот. А сейчас я вам приведу наиболее общий вид интеграла столкновения, значит, который, вообще говоря, годится и в квантовом случае. Вот, давайте совершенно общий вид. Как можно записать, которому удовлетворяет вот и конкретный вид интеграла столкновения Больцмана в классическом случае. На этом как бы более-менее, я вас еще 2 минуты займу. Так, интеграл столкновения. Более общий интеграл. Здесь уже от импульса. Кстати, еще бы хотел обратить ваше внимание на счет того, что вот здесь мы не могли писать функцию распределения по скоростям, а могли бы с тем же успехом писать функцию распределения по импульсам. От этого бы ничего не изменилось. Уравнение бы осталось абсолютно точно такое же. Нигде не возникло бы множителя m в кубе. Почему? Вот. Да по той простой причине, что, казалось бы, перед функцией распределения должно возникнуть m в кубе. Ну вот смотрите, вот здесь бы вышло m в 600. Но одно m в третьей поглотилось бы вот этим интегрированным по скорости. Ну, как бы интегрированным по импульсу, в принципе, интегрированным по скорости. Вот. А второе m в кубе у вас поглотилось, потому что оно вот здесь вот еще возникло, вот в этой функции распределения. В этом смысле вы можете писать функцию распределения по скоростям, можете писать функцию распределения по импульсам. Сами уравнения от этого не изменятся. Поэтому будем писать то так, то это. Вот в зависимости от того, как нам удобно. Вот. Но выводить удобнее по скоростям, потому что вот здесь скорость изменится. Все. Ну давайте, поэтому, а в квантовом случае, конечно, гораздо удобнее, когда импульс еще появится. Поэтому здесь уже будет стоять импульс. P, штрих, P, 1, штрих, омега, от останутся прежними. В квази-классике пойдут они абсолютно, и когда у вас заведомо надо рассматривать квантовый случай, а именно здесь будет стоять штрих, минус f1. Вот эта вот фигурная звездочка, она сохранится в прежнем виде. Где вот это вот, это есть вероятность рассеяние частиц из импульсов P1 в импульсы P', P1'. На самом деле задача могут в случае квантовой статистики и квантовой задачи просто находить соответствующую вероятность рассеяния. Как бы вообще. Ну и наконец последнее. Вот смотрите, вот, казалось бы, вот предположение, которое мы здесь сделали, набор этих положения. Они, вообще говоря, механики ни грамма не противоречат. Ну, то есть всегда можно подобрать такие системы, да, где вот все эти условия выполняют достаточно разряжен, вот какого достаточно однороден, чтобы у нас вот это вот дело выполнялось. Да. Значит, в каком же месте, а вот это вот уравнение заведомо необратимо. Потому что если вы обратите время, то легко понять, что интеграл столкновения просто знак поменяется. Ну смотрите, у вас это штрихованное или не штрихованное, местами поменяется. Ну и все. Уравнение не инвариантно, просто по определению.
ну, насколько знаешь, вот. Значит, где место, где мы нарушили механическую работу? Да очень простое место. На самом деле, главное, где мы нарушили, но так это, как бы, не обратив на это внимание, вот в том месте. Мы считали, что у нас число столкновений пропорционально произведению функции распределения. Пропорционально не произведению одночастичных функций распределения, а пропорционально неравной величины двухчастичных функций распределения. Вот такой. Вот F у них одинаковый будет, поэтому даже его написать одно и то же. Для двух разных частиц. Вообще говоря, на самом деле, вот как бы не распадается на произведение одночастичной функции распределения, двухчастичной функции распределения. Хотя бы потому, что между частицами есть корреляция. И обнаружить две частицы вблизи друг от друга есть меньшая вероятность, чем вдали друг от друга. Ну, потому что отталкиваемся. Мы на самом деле полностью этим пренебрегли. И как бы, сделали на самом деле по умолчанию вот такую вещь. Мы по умолчанию предположили, что F2 равняется F1 умножить на F1. Вот и есть приближение молекулярного хаоса. Как только мы сделали такое приближение, так все про, как бы, про уравнение механики можно забыть. Так вы мгновенно вносите необратимость относительно поворота стрелы времени. Все, и уравнение у вас будет необратимым, атропия у вас будет расти и так далее. Вот. Все. Но зато вы получаете замкнутое уравнение на одночастичную функцию распределения, которое дает абсолютно разумное результаты количества, согласующиеся, хорошо согласующиеся с экспериментом. То есть неравенство, если есть, но оно очень небольшое.